Как рассказала начальник территориального отдела «Видное 6-й микрорайон» Татьяна Спирина, с просьбой отремонтировать дорогу в селе Ермолино жители обратились еще год назад. Они были стеснены у нас, конечно, еще тем, что здесь долгое время велось строительство многоэтажного дома. Здесь шла крупногабаритная техника, рядом находится участок земли компании «Аматол», которая, соответственно, по нашему земельному участку двигалась, тем самым бесконечно разрушала нам дорогу. По этой дороге дети ходят в детский сад, в школу, жители идут на остановку общественного транспорта. И в осенний период, в весенний, здесь, конечно, очень грязно. На крайней улице населенного пункта расположено около 15 домов. Местный житель Эдуард Преображенский признается, что грунтовая дорога без покрытия каждую весну и осень становится непригодной для проезда. Конечно, ее нужно асфальтировать. Единственное, что насколько она будет. Будет ли она закольцована с центральной дорогой, что нежелательно совершенно. Потому что это начнется полный бардак тогда в деревне, самый натуральный. Все будут местные жители ездить по кольцу. То есть я бы предложил вот на этой дороге сделать определенный тупик, для жителей сделать удобно, заасфальтировать, чтобы было все хорошо. На встрече с представителями МБУ-Дорсервис жители смогли узнать о начале ремонтных работ и как будет выглядеть новая автомобильная дорога. Будет идти от дома 50А до центральной улицы деревни Ермолино. И мы ее давно уже планировали к строительству. К сожалению, работы задержали в связи с проведением монтажа трубопровода до АД-450 АОМС «Водоканал». Вот. Но сейчас мы согласовали на этом совещании порядок проведения этих работ, порядок взаимодействия подрядных организаций. Буквально со следующей недели наш подрядчик уже выходит, начинает монтаж дороги. Работы начнутся уже на следующей неделе. Ширина будущей дороги 4,5 метра. Проезжая часть будет состоять из двух полос в противоположных направлениях. Также предусмотрены заасфальтированные съезды на частные территории. Участок, где сейчас вырыт котлован, пока будет пропущен. К его обустройству приступят только после 20 сентября. А ближе к концу месяца дорога в селе Ермолино будет полностью приведена в порядок. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».